У нас начинается первый вармап. На довольно скучной карте. Извиняюсь. Уронил микрофон. Сказать об этом вармапе в принципе нечего, потому что это... просто джампы. Без каких-либо интересных моментов, в общем-то. Поэтому просто смотрим, как они машут пером. Дудя машет пером чуть более успешно, нежели Соня. Сразу видно, кто тут нафармил 5 КПП. Соня даже не продержался до конца карты. Дуди же 6 миссов. Так. Сейчас будет второй вармап. Когда они его уже выберут, какой же он надоедливый. Надеюсь, они не забудут скорого 2 включить еще даже. Иначе им придется переигрывать. Тупой турнирный клиент, который ровно через весь экран и закрывает абсолютно все, что ты пытаешься открыть. Зайти куда-нибудь? Я сейчас пытаюсь зайти в Дискорд. Я практически в него зашел. Вот, да, зашел. Можешь подключаться, если хочешь. Здравствуйте, дамы и господа, на четвертом туре играем. На... Дур-то первый, как бы. Ну, для меня это уже четвертый тур. Ага. Ты бы, кстати, стрим замьютил? Да, я заметил. Мне нужно еще у самого запустить себе турнир-клиент. Они уже начали?
Нет, они еще сидят, ждут что-то. Ты проверил, включили ли они Скорбо 2? Говорят, что да. Я, кстати, себя слышу, так что сделай меня чуть потише. Я... да, сейчас посмотрю. Так, лучше? Алло-алло? Да, получше. Судя по всему, второго вармапа не будет. Не знаю почему, но... дело их. Я так понимаю, они уже сыграли один вармап. Ну, видимо, да. Видимо, не дождались. Так, и первый пик у них Umbrella. Это hidden пик. Так, а чей это пик? А хрен его знает. Я так понимаю, Sony. Потому что Тодути говорит, что он проиграл роллы. А пикает тот, кто выиграл ролл. Тодути умудрился миснуть в самом-самом начале. На первых 10 кругах. Достойно. Да. И он продолжает мислить. Что-то ему хилл не дается. Пока, конечно, еще рано говорить, но похоже, что Sony даже держит Аку лучше, чем Тодути. Да. Видимо, Тодути не очень любит хилл. Либо он вообще никогда не играл эту карту. Несмотря на то, что Sony миссит, Тодути миссит сильно сильнее. Сильно сильнее. Можно заметить то, что у Sony слегка трясется курсор. Ну, нервы все-таки. Не исключаю того, что он волнуется. Тем более миссы он делает достаточно глупые. Да. Видно, что он очень резко дергает рукой. Из-за чего промахивается мимо кругов. Ну да, и в одном месте он не прочитал достаточно простой паттерн, даже с хиденом. Да. Тодути вроде взял себя в руки и начал играть получше. Да, Тодути даже вырвался вперед. Да. Sony продолжает миссить все подряд. Видимо, нервы... Я устроил взять себя в руки. Мне кажется, он просто увидел, что он первый, и это его сбило. Он начал нервничать. Да, вполне возможно. Шлап не умеет комментировать, поэтому нет, он не войси. Ты не сказай бы то, что мы тут вдвоем умеем комментировать. Ну, когда я комментировал с Шладом, комментировал я. Ага. Да. Да, Шлад потихоньку... Ой, Шлад. Все, ты меня тут запутал со Шладом. Тодути потихоньку врывается вперед. У него уже 20 тысяч преимущества. Да. Sony нужно конкретно взять себя в руки, чтобы постараться вырваться. Хотя я уже сильно сомневаюсь в возможности такого. Ну, может быть, Тодути тоже занервничает и начнет мислить. Ну, нет. Если уж Тодути не начал нервничать с самого начала, то уж вряд ли... Нет, это вряд ли. Он потихоньку, тем более, даже набирает аку. Да. А всю свою хорошую... Ну, для Скорого 2 хорошую. 93% аку Sony успешно слил. Да, и он трясется только больше. Уже... Я вспоминаю, как я играл предыдущий турнир, на котором я вот точно абсолютно так же сливался. Да. При том, что... Ну, это, конечно, не в этом случае, но я тогда играл даже против куда более слабого соперника. Да. Но я с позором его продул. Ну, нервы — это такая вещь, да. Мы так умудрялись команды из 4 человек проигрывать каким-то 30-кашным, когда сами были, по-моему, 10-ка. Ну, ранга, естественно. То есть там, в принципе, была легкая победа, но мы умудрились проиграть. Да, называется быстрый гайд вылететь с турнира. Да, именно. Да.
Шлац, но нервы на турнире, они, как правило, у всех сдают немножко. Да, вы мне совершенно напомнили то, что я совершенно забыл про чит на Твиче. Мне нужно его вывести в игру. Да-да-да. Интересно, сможет ли резнуться Соня под конец? Нет, скорее всего, не сможет. Да. Что ж, начало не в его пользу. Да. Первая карта отходит Тудути. Так, еще один хороший вопрос. А, все, я вижу. Значит, все-таки он автоматически подключается к чату комнаты, если таковой есть. Ну, он не всегда подключается, так что... Ну, у меня, кажется, появилось окошечко, хотя оно и пустое. А если оно пустое, значит, не подключился. Там через раз. Если это пик Тудути, то похоже, что он решил Соня завалить сразу на месте. Видимо, да. Если еще и Тудути подслушивает стрим и слышал то, что мы говорили, что Соня явно волнуется, то эта карта явно будет не очень хороша для Сони. Мне кажется, Тудути сейчас будет заваливать Соню стримокартами, потому что Тудути довольно неплохо умеет в стримы в последнее время. А Сони не так хорошо умеет в стримы. Нельзя сказать то, что гетерохрома Иридис это такая уж стрима-карта. Ну, в каком-то роде? Обыкновенно техно-карта. Техно ли? Я всегда воспринял ее как техно-карта. Ну, не особо. В каком-то роде, наверное. Размытое понятие все-таки. Но в ней много переключений с между сингл-нотами и строками, стримами. Это да. Которые быстро переходят в слайдеры. Обычно просто под технокартами имеют в виду слайдерные карты. Такие, где очень много слайдеров быстрых. Тудути хорошо держится. Да. Я пропустил момент, когда он потерял комбо, но даже несмотря на это, он сохраняет неплохую лаку. Он где-то слайдер брейкнул, потому что у него S все еще. Да. И 96% довольно хорошо. Эта карта кажется сложной только более низким рангом в этом турнире. Ну, потому что на Ясен в своей игре против меня, что здесь Тудути идут на ней очень неплохо. Она не выглядит особо сложной, ну вот для меня, например. Так что да, скорее всего, это такая карта, чтобы травить лоу-рангов. Разница. 300 тысяч, это довольно-таки много. Да. У Тудути всего один мисс, 95%. 500 комбо. И это второй раунд за Тудути. У Сони Unstable 300. Довольно мило. Да, наверное, уже поздно. Пускать шуточку под про 300. Да, ты немножко опоздал. Что же будет пик со стороны Сони? Ему надо отыгрываться. Сони пишет то, что у него дома холодно. Впрочем, когда волнуешься, у тебя просто мерзнут руки. Да, так что... В целом, кажется, то, что холодно. Так что это вряд ли. Не показатель.
Но он выбирает ДТ-карту. ДТ. Что ж, ДТ... Единственный сколь-либо сложный ДТ-пик в этом мапуле — это Super Nakam World, потому что он на интернет, и то это... Я не могу с уверенностью говорить, потому что играл ее только против Наясина. Как играют его остальные, я не видел. Ну, я играл его против Sony, и я понял, что он, в принципе, не альтернейт, на самом-то деле. Но, с другой стороны, возможно, это только для меня. Ну да, а остальные ДТ-карты простые фармилки. Ууу, Sony трясется просто невероятно. У меня примерно так себя курсор ведет, когда я играю 10-3 карты какие-нибудь на 260 BPM. А я еще настаивал на том, чтобы Аринель просмотрел какую-нибудь карту 10-3 в ДТ. Ну, на самом деле, я считаю, было бы интересно, потому что у нас, ну, действительно, довольно много людей уже начинает играть 10-3. Какую-нибудь простую карту можно было вполне добавить. Торнадо? Ну не, ну торнадо это слишком просто. Это просто СС-ы такие. От тех, кто хоть что-то может. В общем-то, торнадо единственный пик для 10-3, который мы рассматривали. Да? А, ну. Ну да. Не, ну. Ну не знаю, если честно. Мне кажется, это слишком просто было бы. Комментировать тут, кстати, нечего, потому что. Sony 65%. Аки. 63 уже даже. Это был странный пик с его стороны. Возможно, он уже пикал просто что-нибудь. Видимо, да. Видимо, он наугад тыкал. Хотя было бы странно с его стороны не подготовиться к турниру. Хотя никто из вас, кажется, не готовился. По-моему, никто не готовился к турниру, да. Но это я один тут единственный такой стратег. Рассматривал, кто какие карты играет, какие пики можно делать, какие баны. Мне страшно, что Веточка рассматривал, как я играю против Sony, и что он будет пикать против меня. Что-нибудь нехорошее. Весело тебе там на фоне. Sony проигрывает с АК-62. Дудути, несмотря на то, что умирал один раз, выигрывает. Да. Дудути решил травить Соню сложными картами на стамину. Тудути, да, Тудути факин кракен, поэтому он, в принципе, и тащит так сильно. Мощный же. Что ж, Legend — это достаточно сложная карта. По крайней мере, для Sony точно. Мне кажется, Тудути ее спокойно паснет. Сколько в ней БП? 200. Насколько я помню, ровно 200. Но она использует эти 200 ППМ на все. Это да. Они, вот эти джампы ощущаются как вполне себе хай БПМ. Да. Ну и к тому же обилие пятерок в дальнейшей карте, где-то во второй части. Да, они здорово осложняют. Да. Не попадешь в одну пятерку и все, ты считай, уже запейлил. Да. Хотя, надо сказать, они довольно легко аимятся и приятно так. Они круговыми движениями, в принципе, все идут. В какой-то степени, да. Стоит заметить то, что Sony, похоже, немножко успокоился и идет достаточно неплохо. Шел. Шел. Видно, как
Он опять трясется. Начинаются самые хардпарты. Да. Тут у тебя миссий довольно много. Как ни странно. Да, но в целом он идет как-то постабильнее. Да, Соня умирает. Но практически рясается на стриме. Опять буферизация, сколько можно? О, что-то какое-то безумие творил Сони на спиннере. Да. Сможет ли Ресна со Сони? Нет, не сможет. Оу! А, не оба... тоже умер. А, не оба. А, и что в этом случае происходит? Ну, в этом случае выигрывает... В этом случае выигрывает тот, у кого больше очков, да. В данном случае... это логично, но правда... Турнирный клиент нам не скажет. Не предусматривает. Да, турнирный клиент нам этого не скажет, поэтому нужно узнавать у них. Поэтому... Не, ну тут, конечно, можно догадаться, кто выиграл. Да, но кто-нибудь попросить у них MP-Link? Ах, да. Это верно. Это кто там забыл MP-Link? Жаба забыл против... Кого он там забыл? Против Куга, кажется, он был. По-моему, против Куга, да. Ну, я думаю, это была очевидная победа Тодути, скорее всего. Ну, вот сейчас мы посмотрим по MP-Link. Да, это была победа Тодути, несмотря на то, что они оба сфейлили. Следующая карта у нас... С другой стороны... Товану Майго. Нет, с другой... Если бы, кстати говоря, вот сейчас на этой карте в конце Сони смог бы резнуться... Да. ...то это было бы очко в его пользу. Да. Товану Майго — это у нас пик Сони. Я напоминаю, что... У нас не фри мод, а форс мод, то бишь, мод нужно обязательно выбрать. Ох, Тодути рискнул на взять ХР. У меня Тодути не грузится. Ну да, действительно ХР. Хм, что это он вдруг? Это не самая легкая с ХР карта. Да, даже какой-нибудь Battle of Lil Slugger с ХР был бы и то попроще. Более того, я даже не уверен, что Тодути Хэрта играть может. Да, Тодути как-то он не очень хорошо справляется. Я бы сказал, что он вообще не справляется. Да. Я бы предположил то, что он хочет дать поблажку Соне. Ну, я тоже могу такое предположить, но это как-то странно с ее стороны. Мучить себя ХРом. Хотя... А, я что-то не помню, да, Тодути играл вообще мод пул? Возможно, он даже не знает, что это за мапа, и он решил то, что ХД слишком просто, и возьму-ка я ХР. Не, ну мы эту карту очень много раз играли в мультиплеере, поэтому, думаю, он играл эту карту. Я думаю, это одна из немногих карт, которые в мап-пуле все играли. Ну что ж, я до этого ее не играл. Да? Даже удивительно. До этого я из Мапула играл только Гетера Хрома и Редис, и что-то еще, кажется, но я не помню. Я до этого из Мапула играл Legend, Йорнаку Усаги, вот эту карту, и... А, и Камелию. Все остальное понятия не имею, что там было. И что там есть. А, ну Double Helix еще, но она теперь тайбрейкер, поэтому про нее можно забыть. Да, пока что до тайбрейкера не дожила ни одна пара. Пара. Господи, что я сказал? Просто по губам меня. Да нормально, чё? Смотри, как они мило вместе миссуют. Чем не пара? Все, кто-то смотрит, ребят, начинайте шиперить соперников. Да, согласен. Тодути, по-моему, не понял, что он сделал. Потому что на брейке он написал просто вопросительный знак с моком.
Ну, тут Дудь умирает. Впрочем, Соня, по-моему, тоже. Да нет. А, нет, он дожил. Нет, он дожил. И первое очко для Сони. Да. Это начинает попахивать тем, что... Ну, конечно, зависит от того, как закончится этот матч, но это попахивает тем, что только я в своем матче с Наясином мне не соблюл вот этот... 5-0? Да, нет, какой? У меня был с ним поднял, все остальные матчи были сыграны 5-1. А. Ну да. Чего? Что было? А, кто-то зашел к нам в Дискорд. А, сейчас, секунду. Нам стоит переехать. Прошу прощения за мой микрофон. Чего все сразу замолчали? Привет, Станич. Здорово, ты тут зачем? Когда стримы, хочу спросить. Сейчас идет турнир, так что... Мы его сейчас комментируем, вообще-то. Да, поэтому я тебя замьючу. Вот. Даже не спросил, может быть, Артурчик тоже хочет покомментировать наш, ну, я не наш думаю, матч. Я не думаю, что он хочет комментировать матч. Ты еще и решаешь за него. Ну... Я умею хорошо догадываться. Так сказать, предсказывать будущее. Если я правильно почитал, это должен быть пик. А я уже забыл, кого я почитал. Кажется, Тудути. Да, это пик Тудути. Я подумал было, что он хочет довести игру до тайбрейкера просто по приколу. Ну, потому что он выбрал хардрок на предыдущей карте. Но судя по тому, что сейчас он выбрал стримовую камелию, нет, он все-таки хочет добить Соню. Стоит, кстати, обратить внимание то, что Тудути не смог сыграть с Хайером, как предыдущий мап назывался. Mm-hmm. Я хочу это свести к тому... Ну да. Я хочу это свести к тому, что это косяк Ринеля, который в Force Mod запихнул карту, которая тяжело играется с Хайером. То есть, по сути, играбельна она только с ХД. Ну, я не согласен, что она играбельна только с ХД. Ну, а кто сможет сыграть? Ну, хорошо. Там, ну, допустим, веточка, Наясин. Я против веточки. Я против веточки, мы, скорее всего, будем играть с Хайером эту карту. А так, в принципе, я смогу. Жаба, наверное, сможет. Куги, может быть. Если постарается. Тем временем в чате пишут фанфики уже на Тудути против Сони. Я даже это зачитаю. Ну ладно, хорошо, не буду. Соня медленно снимает трусики и вставляет свой огромный 5-сантиметровый болт в Тудутику. Вот. Мне нравится, как в этом фанфике активом изображают Соню, а не Тудути. Ну да. Мне также нравится правильность размеров. Так сказать, масштабов. Очень реалистичный фанфик. Соня явно недоволен этой картой. И зря. Карта достаточно приятная. Ну, да. Я, может быть, даже ее пикал, если бы я стабильно не фейлил на разных стримах. Достаточно не попасть в один, и все. Да. Карта на самом деле немножко сложная. В частности, из-за двоек своих. Но, возможно, это просто я ретард, который двойки не умеет жать. Сейчас жаба по-любому кудахнет в чат, что да, это я ретард. Это 100%. Да я могу даже тебе сюда кудахнуть, это ретард. Ну можешь, конечно, но... Не знаю, как по мне, она реально в основном сложна не за стримов, а из-за двоек, и из-за спейснутых всяких паттернов, которые, по сути, тоже двойки. Тудути умирает, ну, Соня, правда, тоже. Я мог бы
могу даже сказать, сколько хп на этой мапе и предположить, как долго, как сложно на ней ресница. Ну, я не знаю, сколько на ней хп. А Сони сейчас ресница, если он, конечно, мизить перестанет. Да, Сони реснулся. У него есть еще шанс, потому что Тудути может внезапно почему-то сдохнуть. Например, намеренно. Да, у меня тоже что-то случилось с Тудути. Да, давай посмотрим имплинг. А, Тудути вылетел. Или нет? А, нет, он просто вышел из игры, как только закончилась карта. И сломал нам турнирный клиент. Да, поскольку в турнирном клиенте засчиталось очко от Тудути. А я посмотрел имплинг, да, Тудути выиграл. Ну что ж, получается, матч между Тудути и Сони закончен с победой. Поздравляем Тудути. Да, 5-1. Сони достойно сражался. Да. Даже смог вырвать одну карту. Но недостаточно достойно, очевидно. Надо было стараться больше. Они даже шоу-матч не сыграли никакой. Ну что за люди такие? Да уж действительно. Тудути вообще ливнул. Фу, таким быть сразу же. Он, небось, даже не сказал спасибо за игру. Я считаю, это все, это техлуз. За неуважение к сопернику. Мы занесем это в его дело. Да. Шладик, бань его. Ну что ж. Так как у нас прекрасное расписание по одной игре в день, то я думаю, сегодня опять никто не играет больше. Ну, вообще, возможно, и я буду играть с Тугом. Когда? Сегодняшний матч. Еще один. Я точно не знаю. Возможно, и не буду. Я просто планировал выбрать день, когда... Ну... Ну, хорошо, давай спросим. Может, кто-то действительно захочет играть. Я не успел прочитать, что там понаписал Тудути. Что-что? Я не успел прочитать, что там понаписал Тудути, ты уже забанил его. Его забанил Шладик. А, его забанил Шладик? Да, его забанил Шладик. Спасибо, Шладик, за бан. Все правильно сделал. Но забанить надо было его из турнира, потому что... таким быть. Не уважает соперников. Куги пишет... Я тебе сообщу, Стэн. Куги пишет, что он с тобой хочет играть. Ну... Хочешь ли ты с ним играть? Тот вопрос там, хочу ли я играть сегодня. Он говорит, что сейчас Берсерк досмотрит и пойдет вармапаться, так что готовься. А, отлично. Да, не стоило мне разводить все это мой ТГ про Гоберсерк. На сетке придется его банить, хотя я не знаю, насколько хорошо его играет Куги. Он говорит, что Берсерка смотрит, а не играет. А, он смотрит Берсерка. Да. Я что-то... Ну да, я тут... Кто о чем? Да-да-да. Ну хорошо, тогда у тебя 2 часа, говорит. А, 2 часа? Пока он досмотрит Берсерка? Да. Потом он будет Берсерка устраивать меня? Да, именно так. Так что вармапайся пока что. Вот. Ну тогда через 2 часа и увидимся.